С вами, кто мои старые подписчики, мы с вами уже довольно давно этим всем занимаемся. Хрустящий. Приветствую, друзья, рад приветствовать всех на канале Амукучинары. Открываем новый летний сезон, наконец-то снимаем дома, на заднем дворе. Так, как вы любите, так вам больше картинка заходит, потому что вокруг все зелено, красиво, красота, в общем. Прежде чем начать готовить, мы с вами помним, да, всегда, что на сухую мы с вами не готовим, поэтому небольшой глоточек за вас, за нас и за всех, в общем. Красота. Сегодня мы будем готовить закуска, не закуска, такос, не такос, тортили, не тортили. В общем, сейчас все увидите. По ингредиентам максимально все просто. Это фарш, лепешечка вот такая покупная, тортили, может быть кукурузная, может быть пшеничная, какая вам больше нравится. Соус остренький какой-нибудь, типа ройде, вот у меня шрирача здесь, но это шрирача сладкая. Релиш, ну и специи, соль, перец, чеснок, все как обычно, в общем, моя любимая. Давай готовить, все максимально быстро, все максимально просто. Такие лепешки нам слишком большие, поэтому мы возьмем полусферку маленькую и сделаем из них маленькие лепешечки. Это можно будет скормить кому-нибудь, например, нашей утке домашней. Так, лепешечки давай быстренько наделаем. А вы пока, господа, расскажите мне в комментариях, как вы провели эту зиму. Готовили ли вы на гриле? И вообще, в целом, как ваши дела и как ваше настроение? У нас все прекрасно. Мы кайфуем, потому что солнце, лето, близко. Почему, собственно, мы делаем такие маленькие? Чтобы потом оно было вот так у нас в руках, и чтобы это было комфортно кушать. Собственно, поэтому мы и делаем такие маленькие лепешечки. Можно взять лепешку чуть побольше, чтобы можно было из одной лепешки сделать две маленьких кругленьких. Так, подготовка первая закончилась. Теперь давай отобьем немножечко фаршик. Для этого оденем перчаточки, чтобы не испачкать наши руки. Все знают, да, для чего это делается? Фарш отбили. Теперь эти штучки раскладываем. Берем фаршик. И прям сверху вот так вот. Тонким слоем размазываем его по лепешке. Фарш мраморный 80/20, взял в бургерный по блату. Вообще получается, это уже сколько, это уже 4-й или 5-й сезон съемок на YouTube. То есть мы с вами, кто мои старые подписчики, мы с вами уже довольно давно этим всем занимаемся. Так, господа, подготовительный процесс завершен. Самое сложное в этом рецепте мы сделали. Теперь пойдем к грилю, будем жарить. Жарить будем в газовом гриле, потому что у меня есть большая планча. Ну, собственно, на ней и будем делать. Погнали! День чудесный, ребята. Огонь для антуража. Гриль газовый, потому что есть вот такая большая планча. Она специально для газового генезиса делалась. Можно здесь что-то жарить. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Берем наши лепешечки и фаршем вниз начинаем жарить. Жарится все очень быстро, потому что фарш тоненький. Ну, собственно, минутка-полторы, наверное, и все. Теперь берем аккуратненько вот так вот и переворот.
Так, сырок. Любой тертый. Я купил готовый, потому что я ленивый до чертиков. И мне было впадло, если честно, его тереть. Прям сюда вот сверху, на каждую лепешечку, мы кладем его. Сверху может быть все что угодно. Халапешка или что-то. Я взял релиш, такой есть. Это маринованные огурчики со специями. С паприкой тут совсем. Есть такая штука сладкая, есть такая штука острая. Так, шрирача тоже по вкусу, собственно. Кому какая больше нравится. Это сладенькая. А теперь ты его берешь вот так, видишь, и ешь. Горячий пипец. Хрустящий. Шрирача ты прям не пожалел. Ну, нормально. Смотри, как только сырочек запекся, мы их снимаем. Это все происходит прям максимально быстро. Сверху, ребятки, уже сказал, начинка может быть абсолютно любая. Вот какая тебе больше нравится. Можешь чисто в чистом виде его пробовать. Без всего. Слушай, ну, вы сами все видели, да? То есть процесс намазывания занял минут 10, процесс жарки и употребления занял минут 5, потому что все максимально быстро, максимально просто. Если у тебя планчи нет, используй сковородку. На решетке у тебя пожарить это не получится, потому что оно будет вываливаться. Плюс ты хорошо не пожаришь саму лепешечку. А так, ну, просто изи, ребят. Фаршик тоненький, жарится быстро. Если ты его до конца не дожарил, ничего страшного, потому что это говяжий фарш. Его можно есть немножечко сырым. Гайз, подписывайтесь, ставьте лайки. Выпуск получился очень быстрым. Но это первый выпуск в новом сезоне. А это уже 5-й сезон, с которым я с вами. До новых встреч, друзья!